21 листопада ми з тобою, наш добрий друже, зустрічаємо чудове православне свято – Собор Архістратига Михаїла та інших небесних сил безтілесних. Радіють небеса, радіє земля, і з соном ангелів співає радісну пісню, восхваляючи Творця. Праздник установлен в IV веке в честь архистратига Михаила и очень имеет большое значение для всех православных христиан, потому что в этот день воспоминаются все небесные бесплотные силы, то есть святые ангелы, которые заботятся о спасении человечества. Еще до создания мира были созданы ангелы, был создан небесный мир до создания вот земного мира, и там произошла война. То есть единица восстал против Бога, он возгордился, он посчитал себя равным Господу, и вот восстал архистратиг Михаил с такими словами: «Кто, как Бог?» Отсюда и его название, имя Михаил, которое переводится с древнееврейского «Кто, как Бог?». Он восстал и низвергнул единицу и всех падших ангелов с неба. И люди почитают этот праздник, почитают святого архистратига Михаила, потому что каждый из нас имеет своего небесного ангела, ангела-хранителя, который при крещении дается каждому человеку и который всегда находится с человеком, сохраняя, защищая его. Но бывает такое, что человек согрешает, бывает такое, что человек живет не христианской жизнью, не имея добродетелей, и он незащищенный, то есть ангел Божий не имеет возможности защитить такого человека. После войны, как я уже говорил, вот на небе между ангелами Деница, он не успокоится, и началась война здесь на земле. Там было место войны небо, здесь же место войны – это сердца человеческие. То есть идет война в сердце человека между добром и злом. Человек, имея свою волю, имея право сам, собственно, выбирать, как ему жить, как ему поступать, вот он и выбирает себе, кто будет пребывать с ним, или ангелы Божии, которые будут защищать, сохранять, помогать ему на пути к спасению, или же силы темные, которые ищут возможности для того, чтобы человека погубить, для того, чтобы не дать возможности человеку унаследовать жизнь вечную в Царстве Божие. И есть много примеров, которые показывают то, что оно действительно так. Однажды вот святой Нифонт, он и шел и увидел возле здания, входа в здание, юношу, который плакал. Вот, и он спрашивает его юношу: «Почему ты плачешь?» Он говорит: «Я ангел-хранитель одного человека, который вошел сюда, и уже вот 3 дня он согрешает, я его плачу, потому что не имею возможности приблизиться к нему и не имею возможности помочь ему». Почему же он не имеет такой возможности? Он не имеет такой возможности из-за греховности вот того человека. Также и в нашей жизни. Мы с вами люди грешны, мы с вами согрешаем. И вот, но когда мы согрешаем, тогда мы отталкиваем от себя ангела Божия, который хочет нам спасения. Бывает же в нашей жизни часто так, что вот приходит неминуемая беда, но каким-то чудесным образом она проходит, и такое ощущение, как бы кто-то за руку взял и отвел от этой беды. И все говорят, что это промысел Божий. Да, это промысел Божий, но Господь вот свой промысел оживляет в человеке через ангелов Божий, которые и ведут, которые и спасают того человека. И мы с вами должны позаботиться о том, чтобы не согрешать, о том, чтобы вот ангелы Божии, они всегда пребывали с нами, защищая и сохраняя, потому что есть у каждого ангел-хранитель, в семье есть ангел Божий, покровители есть там города, села, страны, которые и стараются для того, чтобы весь человеческий род имел спасение. И вот и потому и люди вот любят этот праздник и почитают этот праздник, потому что вот почитание ангелов Божии, которые
сохраняют человека, которые помогают человеку. И мы с вами должны вот постараться и воздать им славу, возносить свои молитвы, не забывать о них, не забывать о том, что вот и они заботятся о нас. Мы должны помогать им, помогать, то есть вести духовную жизнь, потому что от этого зависит наше будущее. Ангел Божий, да, он всячески помогает, старается, он ведет, наветует нам мысли того, чтобы мы спаслись. Но последуем ли мы за ним или нет, это уже зависит от нас. И мы с вами, дорогие братья и сестры, должны последовать за ангелом Божиим. Мы должны жить богоугодной жизнью, творить милостыню. Мы должны, самое главное, добрые дела иметь, чтобы наша жизнь была преисполнена добрых дел, молитвы, поста, послушания, вот, чтобы всегда мы старались идти вот за той целью, которая есть и должна быть в каждом православном христианине, именно это спасение своей души. Очень сложно пребывать в правде, в истине, очень сложно из-за гордости, которая есть в человеке. Чтобы пребывать с Богом, чтобы пребывать вот в истине, нужно смириться, нужно свою волю, которая у нас есть, полностью отдать под волю Божию. И только тогда у нас получится вот пребывание вот с Богом, пребывание в добре. Человек часто привыкает к греху. Часто мы с вами не задумываемся о своих мелких грехах, даже не считаем их за грех, потому что, ну, согрешил, подумаешь, согрешил, там, слово плохое сказал, обидел кого-то или осудил. Много людей даже и не замечают, и не задумываются о том, что это и есть грех. И вот такая привычка к этому греху, она и производит тому, что легче человеку согрешить, нежели измениться. Почему? Это из-за гордости. Вот дьявол, Деницев, он потерпел крушение, вот, но и все равно, имея гордыню, он не смирился, не раскаялся. Он понимает, что какая его ждет участь, но все равно он надалее продолжает так действовать для того, чтобы погубить как можно больше людей. И посылает разные испытания, искушения для того, чтобы совратить человека в грех. И мы, как люди, которые уже почувствовали этот грех, которые уже согрешили, которые уже способны к греху, и вот это движет тому, что нам легче согрешить, нежели пребывать все время вот в святости, не согрешая, не творя грехов. Но все это мы должны бороть. Как бы нам ни хотелось, все равно мы должны трудиться. Тяжело войти человеку в Царствие Божие, тяжело человеку спастись, но Царствие Божие силой берется. Архистратиг Михаил вот за свою верность, которую он проявил, исповедовал Бога одного, Вседержителя, Творца неба и земли. За это он и поставлен выше всех ангелов. И вот на иконах он изображен в руках и держа огненный меч, показывая тем самым, что он является воином, который и защищает весь православный род. И люди, которые взирают на этот образ, они должны также подкрепляться верой, видя, что у них есть такой защитник, покровитель, как архистратиг Божий Михаил. Архистратиг Михаил Божий помогает каждому человеку и отзывается на каждого человека страж, который дает нам силы, который дает нам надежды на то, что и мы также поборем это зло. Каждый имеет в себе свою борьбу, своими страстями, своими грехами, но взирая вот на великий сон угодников, сон ангелов Божьих, которых намного больше, нежели людей, это все дает нам надежды, дает нам силы для борьбы со грехом, для того, чтобы мы с вами унаследовали Царствие Божие. Господь и создал человека для того, чтобы поделиться своей любовью, для того, чтобы человек унаследовал вот Царствие Божие, пребывал вечно с Богом в радости. Ангелы Божии, они прославляют Бога, и также ангелы Божии созданы для того, чтобы помогать человеку на пути к спасению. Человеку только надо воспользоваться этой возможностью, вот как вы говорили, есть и великий сон угодников Божий, и тьма ангелов Божьих, которые готовы помочь человеку. Но
человеку нужно воспользоваться, потому что все зависит от него. Человек создан с волей, имея свою волю выбора, имея право выбора и выбирая для себя, с кем ему пребывать, как ему жить, что ему делать, как ему поступать. И вот мы с вами, дорогие братья и сестры, должны воспользоваться этой возможностью, этим даром Божьим, который Господь посылает нам, вот святых угодников Божьих, ангелов Божьих, и последовать за призывом Христа, который явился этот мир для того, чтобы также помочь человеку спастись, и последовать за ними, и последовать ихнему примеру, ихнему образу жизни, смирению, вот, которое они имели, и чтобы мы с вами до конца и шли за Господом, до конца и шли за призывом, за ангелом-хранителем, который ведет нас за руку, ведет ко спасению.